Привет, друзья! Вы на канале «Готовим с Мариной Ломака». Я рада вас приветствовать. Сегодня предлагаю приготовить вкусные кексы. Нам понадобится кефир, сахар, масло растительное, яйца, сода и мука. Также можно добавить любые добавки. Кексы получаются очень нежные. Соединяем в миске сахар и яйца. Взбиваем миксером на полной мощности минуты две. Не прекращая взбивать, добавляем растительное масло, кефир и соду. Перемешиваем еще раз миксером, и миксер нам больше не понадобится. Добавляем муку, перемешиваем. Тесто получается вот таким вот ляпающим. Раскладываем тесто по формочкам. У меня силиконовая форма большая. И отправляем в заранее разогретую до 180 градусов до готовности кексов. Кексы были готовы через 30 минут. Даем им остыть в форме. Снимаем форму по желанию. Посыпаем сахарной пудрой. Ну и давайте посмотрим, какие кексы получились в разрезе. Они получаются мягкие, пышные и очень вкусные. Прекрасное дополнение к чаю, кофе, к молоку. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!